установлена сцепка. А нафига? А нафига? Нафига? Сцепка установлена, нафига? Некие ремонтные части. Нафига они мне ремонтные части? Ну бред же, ну. Просто полнейший бред. Тотальный. Так, нет. Что-то под 50 литров начал жрать. Спасибо, я вырублю, пожалуй, полный привод. Машина все равно не хочет ехать никуда. Довольно быстро. Хотя, вроде как начала двигаться. Так, туда едут. Да что здесь за горка такая? Да она вообще возникла, мне кажется, раньше ее не было. До обновления. Вроде ехал спокойно. Всегда. Теперь какая-то непонятная это. Холм какой-то. Так, спустя фиг знает сколько времени. Вот просто фиг знает. Мы все-таки добрались непосредственно до лесопилки. Включаем парковочную передачу, скажем так. Понятно. А теперь здесь надо как-то развернуться, потому что я не смогу запарковаться так, чтобы прицеп ровно стоял. А как это сделать, а никак это не сделать. Ладно, я вас понял. Не смогу я просто-напросто встать здесь нормально. Ну, передачу-то втыкни. Некий удлиненный распуск нужен. Что за удлиненный распуск? Никто никогда о нем не слышал. А, ручник включен. Но мой хвост все равно бежит впереди меня, блин. Он не хочет ровно перепарковываться. Так что ли встать? 4 очка загрузки, но это не серьезно, господа. Тихо. Это тоже не серьезно как. Вот попробуйте здесь, развернитесь на этой бандуре. Поймете, что это невозможно. Все включено, главное. Полный привод, ТДТП. Но в эту горку мне не суждено подняться. Мне суждено сожрать, стоя на месте, под 60 литров топлива в минуту. Еще камера эта дурацкая, я ни черта не вижу.
А еще мы вообще ни черта не видим. Ой, да ладно! В чем проблема, господа? Я теперь еще и назад не могу отъехать. Мас, ты такой мас. Что ж ты меня подставляешь-то? Да в чем проблема? Обо что я там запнулся-то так? Вот это класс, слушайте. Просто намертво встал. Вообще беспричинно. Да обо что? Офигеть. Только не говорите, что вот об это деревце, черт возьми. Снесите его к чертям собачьим. Нет, просто колю. Это глюк какой-то, реально. Тс. Классно еще. Ну, это ж не серьезно, реально. Что-то передняя ось там еле-еле вращает. Ну, это, блин, вот это... Саная, вот это вот... Так. Понял, понял, будем тянуть сюда. По-прежнему что там не мешает. Вы упоролись, что ли? Обо что я там? В чем? Попень здесь. Юперный театр. Пень там оказывается. Спасибо камере за нифига непонятную картинку, скажем так. Так, значит, вперед будем ехать. Не? А, здесь еще и дерево другое. Классно, чё. А, и назад никак теперь. Посадил, так посадил. Эту ведь машину не так легко вытянуть, как зелок хотя бы. Еще и с бревнами. У меня там ничего не отвалилось. Да вроде ничего, живой.
А, я обо что-то запнулся, классно. Пень! Отстань от меня, я еду дела делать важные. Что с вами не так, люди? Что с вами не так? Что, ссаный пень на пути к моему триумфу встал? А никак его нельзя выкурить? Ну, просто машин не хочешь тех из-за пня. Всадил такую дуру, и все, и ты можешь считать, что кирдык капут. Или это теперь уже берется какая-нибудь, я не понимаю. Ну! Зараза. Ну хоть куда-нибудь, в какую-нибудь сторону. Поедь-то уже, а. Ни назад, ни вперед, никуда. Два колеса окончательно зарылись. Да я даже не вижу, где этот пень. Спасибо камере за это. Где он там? Не, ну такое говёное ощущение, знаете, как будто машине ничего не мешает, но не хочу я ехать, все. Хорош, меня мучить, встану здесь. Придумаю, что там якобы пень под колесами, и все. Остальное меня не колышется. Ну что-то тачку держит. Я надеюсь, там не утерял еще связь с реальностью, что касательно прицепа, да? Да, видать, утерял, потому что вряд ли он достанет. Да слезь ты хоть как-нибудь. Вот тварь-то, а ну тут пипец. А, вот пень. Вот как раз-таки пень. Надо его срочно отмотать. В другую сторону в какую-нибудь. Я просто весь прицеп посадил на него. Вот прям центральной осью. Так. Но если я сейчас двину вперед, лучше не станет. Вот проблем тоже. Неожиданно, мягко говоря. Тихо, 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 тихо. Я не это собирался делать.